Здравствуйте, уважаемые зрители. Это программа «Бизнес онлайн» в студии Наиль Байков. Яндекс.Маркет, пожалуй, самый практичный сервис Яндекса, ведь он позволяет не только находить информацию о том или ином товаре, он позволяет его приобрести и воплотить все свои желания в действительность. О том, как же живет сегодня Яндекс.Маркет, чего нового он предлагает на сегодняшний день людям, которые заинтересованы в приобретении того или иного товара, какие новые формы взаимодействия с интернет-магазинами сегодня предлагает Яндекс.Маркет, мы и поговорим с руководителем этого сервиса Алексеем Авдеем. Алексей, приветствую тебя в студии. Здравствуйте. Ну что ж, прежде чем мы перейдем к насущным вопросам, которые интересуют как владельца интернет-магазина, так и покупателя, вот, на мой взгляд, наверное, не осталось сегодня, на сегодняшний день, пользователей интернета, в частности, да, сегмента Рунета, который бы не, так или иначе не воспользовался бы. Да, таких уже нет. Таких уже нет, вот. Иных как более. Позволь как бы от себя лично, от всей команды Сеопуль ТВ поздравить тебя, ну и всю команду Яндекс.Маркета с запуском нового сервиса, новой услуги Яндекс.Гардероб. Давай, наверное, может быть, несколько минут затронем этому вопросу. Скажи, пожалуйста, чем вы руководствовались, почему вообще пришла идея, да, запустить этот сервис Яндекс.Гардероб? Потому что, ну ведь все-таки у нас на сегодняшний день довольно сложно. Вот, ну, мне там, предположим, рядовому потребителю сложно приобрести какую-то вещь, либо обувь, не потрогав ее, да, не померив ее, не ощутив там состав материала, ткани и прочего. Вот. Расскажи, пожалуйста. Ну, в общем, я был таким же пару лет назад, и когда один из крупных магазинов одежды на конференции сказал, типа, давайте делать Яндекс.Одежду, я сказал, ой, да легко, давайте проверим, кто из интернетчиков, которые присутствовали, знает свой размер. Ну, попросил поднять руки, и никто не поднял. Говорю, ну что, смотрите, да никто же не покупает одежду в интернете. И на самом деле я ошибался, потому что ее уже тогда начали покупать, активно начали покупать за рубежом, активно начали покупать у нас, и крупные сейчас магазины, например, имеют по 10 тысяч заказов в день. То есть интернет-магазины одежды, у них и оборот, и, соответственно, количество заказов сравнимо с Озоном. То есть это реально уже сейчас такой тренд. За прошлый год одежда выросла на 70%. Угу. Рынок вообще вырос где-то на 30-35% по обороту, а одежда очень сильно выросла. Поэтому мы, видя это, начали делать этот сервис. Мы еще задумали его больше, чем год назад, смотрели, как люди покупают, проводили кучу юзабилити-тестирований. Вот. И дальше начали разработку. Разработка была ориентировочно месяцев 9. Ну, то есть у нас такой ребенок родился, девочка. Вот. И да, запустили Яндекс.Одежду. Причем не только Яндекс.Одежду, там есть и обувь, и аксессуары. Вот. И важно, что мы сделали не только такой сервис визуального выбора одежды, мы сделали платформу. И мы очень хотим в будущем делать на этой платформе и все остальные подобные проекты, где очень важна визуальная составляющая. Например, такие как детские товары, товары для дома, спортивные товары, там, строительство, ремонт и так далее. Как много интернет-магазинов на сегодняшний день уже в гардеробе, которые предлагают свои, да, вот продукции? Здесь мы впереди планеты всей. У нас больше, чем 500 магазинов. Вот, и есть все самые крупные. Важно, что мы запустили сервис не только для России, но и для Украины. Там тоже есть много пользователей и много магазинов. Вот, и важно, что у нас сейчас магазинов, которые продают одежду, их больше тысячи. Просто не все под наши требования подходят. Но мы с ними работаем, и магазинов будет еще больше. Вот. И хочу сказать, что у нас магазины размещаются по конечным ценам, товары не отдают. Поэтому я всем рекомендую, если вы прямо сейчас не, там, боитесь или какие-то есть проблемы, обязательно приходите к нам в декабре, когда наступит пара скидок, и вы можете увидеть интересные вам предложения по очень лаковым ценам. Хорошо. Перейдем непосредственно к пользователям, да, с точки зрения полезности сейчас для владельцев интернет-магазинов. Вот, на твой взгляд, Алексей, кто вот он типичный пользователь Яндекс.Маркета с точки зрения социально-демографических характеристик, да? Чем поведение мужчин отличается от поведения женщин? Угу. Ну, значит, у нас, конечно же, судя по нашим, там, по данным Яндекс.Метрики, преобладает мужской профиль на всем маркете. Хотя вот благодаря одежде у нас стало больше, да, стало больше женщин. Вот одежда – это больше женский сервис, там женщин больше. Угу. Вот. А во всем маркете, конечно, сейчас мужчин больше, там где-то 70% – это мужчины, потому что у нас популярны категории типа сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты. Обычно все-таки… То есть электроника, да, она, конечно, более популярна. И обычно мальчики выбирают себе
себе, своим девочкам, там, мамам, папам. Вот, и поэтому мужчин у нас больше. Значит, чем отличаются? Ну, конечно же, мужчины, они больше разбираются в компьютерах и электронике, им это интересно. А вот женщины на маркете больше ходят за бытовой техникой, потому что они вот все-таки хранительницы очага, они делают там разные всякие, готовят и так далее, поэтому нужны холодильники, там, плиты, кухонные утвари и так далее. Пылесос, пароочиститель, да? Да, да, да. Ну, раз уж мы начали говорить о поведении, об интересах пользователя маркета, давай немножечко углубим этот вопрос. Вот ответь мне, пожалуйста, правильно ли предположение, что большинство людей приходит на маркет с намерением, например, купить телевизор, да, не зная, предположим, его там, технических характеристик, модели или там прочее, или же я ошибаюсь? Ну да, большинство, конечно, к нам приходит по запросам общим, то есть у них есть там телевизор или там телевизор Sony, то есть они не знают, какой конкретно телевизор они хотят, потому что, в принципе, вот сейчас могу любого спросить, никто не скажет какой-то определенный телевизор, то есть эти всякие буковки и так далее. Модель. С телефонами, конечно, чуть проще, то есть люди хотят iPhone 5, но опять же, iPhone 5, их бывает 6 штук. Это значит два разных цвета и, соответственно, три разных объема памяти. Вот, поэтому обычно люди хотят что-то. Вот они приходят с помощью маркета, уточняют. Они выбирают уже конкретно по параметрам, они смотрят на картинки, смотрят на отзывы пользователей, которые реально использовали данную модель, там, телевизор или телефоны. Вот, и дальше читают комментарии, обзоры. Вот, и потом, если уже созрели, и, как правило, это не один день, они все-таки несколько дней готовятся, вот, они готовы купить. И, конечно же, с помощью маркета, как правило, выбирают товары более дорогие, то есть, ну, там, аксессуары можно в придачу к чему-то купить. Вот. В первую очередь люди тратят время на товары там, 10 тысяч, которые стоят 15-20. Вот, потому что это все-таки серьезное вложение, инвестиция. Вот. Уже бытовую технику не покупают каждый год одно и то же. Я, допустим, покупаю на 5 лет. Там, тот же телефон. Вот, в Турции телефон меняют каждые там, 10 месяцев. У нас в России все-таки телефон меняют там, раз в полтора, в два года. Вот. Поэтому люди вкладываются и действительно специально проводят время для отбора. А какими инструментами выбора товара, да, наиболее эффективно, как бы наиболее активно пользуются? Ну, конечно же, они в первую очередь смотрят по разным фильтрам. Самый популярный фильтр – это фильтр по производителю. То есть, не по цене? Не, конечно. Они видят, не знаю, что есть у друзей, рекламу в разных журналах там, или наружку. Ой, там сейчас популярная, например, не знаю, iPhone. Все вот iPhone 5, если у тебя будет iPhone 5, будешь самым модным. Они идут к Рику Apple, вот, находят iPhone 5 и начинают его изучать. Вот. И я еще называю, что маркет местами у нас такое товарное порно. То есть люди ходят и просто штырят разные товары. Вот. И сейчас у нас одежда тоже, вот, одежное порно. То есть интересно вообще, как это все, это посмотреть большие картинки, посмотреть характеристики и так далее. А как вы это определяете, что они ходят, штырят, что заказов нет? Да, да, потому что, как я где-то уже говорил, что только где-то 18% пользователей приходят в магазины. То есть большинство из них просто смотрят, изучают, используют как справочную систему. Вот. Поэтому в первую очередь, возвращаясь к вопросу, это фильтр по производителю, ну, по каким-то характеристикам смотрят, смотрят также на цену, на рейтинг товара. А вот есть у вас еще такой сервис Яндекс.Услуга, да, соотносящийся как бы к кредитованию. Насколько он сегодня пользуется? Ну вот мы повесили, да, повесили провязку с Яндекс.Услугами. Пока у нас не пользуется популярностью, то есть переходов там какие-то тысячи, это очень мало, с карточки модели. Но я уверен, что в будущем, когда появится настоящее онлайн-кредитование, эта услуга лучше полетит. Что ты включаешь в понятие настоящее онлайн-кредитование? Да, что такое настоящее онлайн-кредитование? Значит, сейчас во многих банках пользователь вынужден приходить ножками, чтобы заключить договор, чтобы получить эти, там, не знаю, 10 тысяч рублей. Вот, и им это очень сложно, и чтобы купить товар. Настоящее онлайн-кредитование – это когда человек приходит на сервис, заполняет анкетку. Дальше за 3 минуты происходит проверка в онлайне по его кредитной истории, по его паспортным данным. Дальше ему происходит какой-то звонок, и ему подтверждается кредит. После этого приезжает на следующий день курьер, привозит товар, берет с него скан с паспорта, и, в общем, все, он готов платить.
Вот. Интересный вопрос про кредиты, это про кредитные карты. Вот. И я когда задавал банк, говорю, слушайте, а вообще зачем онлайн-кредитование надо? Не понимаю. Можно взять кредитную карту и просто ей платить в интернете, и потом пополнять. Если там нет всей той как бы суммы? Не, ну как взять кредитную карту на 100 тысяч, например, и платить, как вот за рубежом. Uh-huh. За рубежом вообще нет такого, что ты идешь в банк, оформляешь какой-то кредит на, ну, потребительский. У тебя есть кредитная карта. На что мне было сказано очень легко и просто, что есть люди, которым просто эту кредитную карту не дадут. Вот. И для них лучше онлайн-кредитование. А люди, у которых есть нормальный доход, ему за 10 тысяч рублей в кредит лезть не нужно. Вот. Но я думаю, что со временем все-таки кредитные карты у нас будут более доступны, и, соответственно, все пользователи будут легко покупать через карточку, потому что это намного проще, чем заниматься с этими кредитами. Давай перейдем, наверное, к интернет-магазинам, да, которые как бы участвуют вот в этой конкурентной борьбе в Яндекс.Маркете, в борьбе за первые позиции, за первые места. Вот каким образом на сегодняшний день вообще изменилась вот, конкурентная борьба между магазинами по сравнению с прошлыми годами? Ну, у нас действительно на сервисе идет борьба за трафик, и у нас есть два способа быть лучше, выше, получать больше трафика. Первый способ – это ставить ставки и быть просто более доступным пользователям, чтобы быть везде. И уже карточка модели у нас уже просто перестала быть таким местом только для получения трафика. Это уже стало такое имиджевое место. Uh-huh. И даже если пользователь зашел на карточку модели и не увидел какой-то магазин, который у всех на слуху, то он уже удивляется, что-то здесь нет там Enter, MVideo или там Связного, E5 и так далее. Вот, поэтому карточка модели такое же имиджевое место, и все крупные ритейлеры пытаются там быть. Вот, и второй способ – это продавать как можно по более низкой цене. По более низкой цене. Да, и этот способ, он, конечно, убийственный. Он убивает рынок и… Ну, а часто вообще занижают цену? Есть какая-нибудь статистика? Значит, сейчас расскажу. Есть дискаунтеры. Это магазины, которые разными способами пытаются продавать товар по более низким ценам, вплоть до того, что они работают в ноль или в минус себе по разным причинам. Вот. Но при этом они реально продают по этой цене. Вот. Поэтому их нельзя как-то поймать, что они нас обманывают. Они не обманывают, они реально продают по этой цене. И у нас есть служба контроля качества. Вот служба контроля качества, да, да, как которая проверяет, да, проверяет наличие и цену. То есть у них главная задача проверять информацию от магазина, чтобы товар действительно был в наличии, если он заявлен. И именно по этой цене, ну, с учетом доставки, он продавался. Благодаря нашим проверкам и благодаря тому, что мы за 4 ошибки отключаем, сначала на неделю, потом на 2, потом на месяц или навсегда, вот, так уже перестали играться. Вот. Также, конечно, делают такой был обман, что люди продают товар только с аксессуаром определенным. Например, карту памяти за 2000, хотя и красная цена 500 рублей. Вот говорят, вот цена действительно только с продажи с этой карты памяти. С этим мы тоже боремся. Вот. И таких случаев все меньше и меньше, потому что мы тоже за это отключаем. Поэтому любая нечестная конкуренция, связанная с обманом, мы ее с ней боремся, и магазины уже боятся. Также вот у нас большая главная боль, я думаю, у многих магазинов, это дублирующие витрины. Когда нас пытаются обмануть, создав очень много-много магазинов на маркете, мы это пытаемся отслеживать, у нас очень сложная там система, которая находит эти дубли, вот, и не включаем дублирующие витрины. Угу, угу. А как же быть покупателем, да, как вот как правильно вообще читать отзывы? Как отличить настоящие от ненастоящих? Вот этот вопрос волнует многих. Да, да. Это и не только покупатели, это и магазинов волнует. И магазины. Да, потому что у нас ориентировочно четверть тех пользователей, которые хотят купить, которые ходят в магазин, они читают отзывы. А на рейтинг, я думаю, все 100% смотрят. Поэтому рейтинг и отзывы – это очень сильный инструмент. И здесь магазины, давно это раскусив, пытаются нас обманывать. У нас есть защита от накруток, вот, которая позволяет плохие отзывы, ну, ненастоящие отзывы фильтровать. Вот. Но я всегда всем говорю, что главный наш фильтрующий вообще фактор – это не наша система, это пользователь. Пользователь, он не дурак. Если он видит, что отзыв накрученный, он просто читает текст, пусть он на маркете опубликован, там,
мы пропустили случайно. Вот, он видит, что это накрутка, видит, что слишком сладко ты поешь. Заходит, и в магазине у нас есть, не знаю, все положительные отзывы. Он такой, ну как же так, такой крупный магазин, и все положительные. Неужели идеальный магазин? Угу. Вот, и я просто вижу, что отзыв, ну, магазины, которые реально не накручивают, им просто это не нужно. Вот там, Озону не нужно накручивать маркет, он уже и так всем известный, он и бренд, и он хочет получать, мониторить реальную ситуацию. У него там рейтинг не 5 звезд, там, допустим, 4 звезды. Вот, а есть магазины, которые пытаются всеми силами получать 5 звезд, и не гнушаются. Вот. Не сказать, чтобы это самый известный магазин, но такие есть. Вот. И что же мы видим? Приходит пользователь на отзывы. И что он делает? Он видит все положительные, думает, ой, не понимаю. И ставит фильтрацию на самые негативные отзывы, пытается читать их. Как правило, те магазины, которые пытаются нас накручивать, они не работают с негативными отзывами. Они не отвечают, не пытаются решить проблему. Вот. Пытаются просто набросить нам как можно больше положительных отзывов. Но пользователь их все равно не видит. Поэтому, если говорить про поведение, то пользователь хочет понять, как данный магазин с помощью отзывов может меня обмануть. И в чем он может меня обмануть? Вдруг там, не знаю, курьер опоздал. Ну, для многих пользователей это не проблема. А для того, кто написал, ну, окей, бывают такие люди. Вот, поэтому пользователи хотят негативные отзывы. У нас были смешные случаи, когда магазин сам писал на себя отрицательные отзывы. Вот, потому что... Он, наверное, просто прочитал исследование британских ученых, вот сейчас у меня в голове всплыло. Они провели исследование, говорящее о том, что там, ну, рядовой там, да, пользователь интернета вообще, ну, очень редко пишет положительные, зато активно пишет отрицательные отзывы. Ну вот у нас на самом деле где-то 50 на 50. Все-таки у нас мы придумали, как магазинам получать больше адекватных отзывов, и всем им рекомендуем. Ребята, все очень просто. К вам приходит покупатель, вы ему продаете товар. Ну, напишите ему письмо потом, через пару дней, что... Дорогой друг, оставь отзыв. Причем вы можете же понимать, откуда он пришел. Если с маркета, то дайте ссылку на маркет. Пришел с Торг.mail.ru, дайте ссылку на Торг.mail.ru. Вот. Пусть он оставит реальный, адекватный отзыв. Оставить негатив – это очень хорошо. Вы должны гордиться негативными отзывами на маркете, потому что это вам поможет улучшить у вас бизнес-процессы, улучшить конверсию. Например, он напишет у вас негатив, что вам ему нахамили в колл-центре. Ну, разберитесь, кто был в колл-центре, проведите беседу с этим оператором, потому что нахамив ему, он, скорее всего, нахамил еще всем клиентам, которые через него проходили, и он понизил конверсию. Если у вас проблемы с пьяным курьером, увольте пьяного курьера. Если у вас не хватает машины, чтобы доставку сделать, наберите больше машин. Это очень важная обратная связь. И с ней надо работать, она самая ценная. Чтобы получить больше трафика с маркета, надо анализировать. Во-первых, цель любого магазина – это не трафик с маркета. Цель магазина – продавать. Покупатели. Да, покупатели, чтобы было больше продаж. Поэтому есть разные способы. Первое – это надо понять, какая конверсия с маркета, вообще какая конверсия со всех каналов продвижения. Для этого у нас есть куча разных счетчиков, и метрика, и наши конкуренты тоже имеют счетчики, которые позволяют конверсию считать. Надо уметь считать конверсию. Дальше надо понимать, почему конверсия такая, как ее повысить на сайте, как сделать там юзабилити тестирование, чтобы вылезать вообще все процессы, там корзина, оформление заказа, чтобы на главной странице, ну, на странице товара была и картинка, описание, условия доставки и так далее. Вот с этим все хорошо. Я всегда говорю, не гнушайтесь конкурентами. Возьмите крупные магазины в вашей тематике и посмотрите, как они сделали. Они, скорее всего, все сделали как надо. Вот. Дальше надо понять, а какие товары на маркете к вам приносят заказы, какие не приносят. Может быть, с этими товарами какие-то проблемы. Ну, простой пример, что товары люди переходят, но не кликают, не покупают, потому что слишком высокие цены. Значит, надо, может быть, цену товара понизить, и люди будут покупать. А вот мы сейчас запустили API Яндекс.Маркета, который позволяет смотреть цены конкурентов по товарам. И если ваши конкуренты продают ниже, ну, что-то не так. Может быть, в этом проблема. Дальше, конечно же, на маркете вы должны отдавать товары с хорошим описанием, с правильным названием, с картинкой. Важно, чтобы пользователь на маркете получил информацию, чтобы выбрать товар, и получил информацию, чтобы уже на странице магазина, чтобы купить. Вот. А для этого у нас еще есть аукцион. То есть есть ставки. Вы, например, можете убрать с маркета те товары, которые вам не приносят конверсию, и, соответственно, положить товары, которые вам, наоборот, дают конверсию, и повысить на них больше ставку.
Алексей, ну, тебе уж наверняка известно, да, что летом этого года образовалась ассоциация компаний интернет-торговли АКИД. Так вот, одна из ее целей, я зачитаю сейчас, договориться с Яндексом о системе объективной маркировки качества интернет-магазинов. Вот. Ассоциация недовольна тем, что вы самостоятельно разработали собственную систему качества и с помощью ее влияете на весь рынок. Вот. Вышла ли на вас ассоциация? Вы о чем-то с ней договорились? Ну, вот немногие журналисты тоже задают этот вопрос. А пока мы с ассоциацией ни о чем не разговаривали. То есть пока ассоциация не пришла, не рассказала ни про требования, которые они будут предъявлять при оценке магазинов, ни про количество магазинов, которые они планируют сделать. То есть полнота. Вот. Поэтому мы, если честно, не готовы вешать этот значок там, 12-20 магазинов. Это будет странно. То нам нужна полнота. Вот у нас 11 тысяч магазинов. Вот сколько, интересно, они смогут магазинов сертифицировать. Не будет ли это такое, как вот есть такие системы, где нужно просто деньги заплатить, и ты получаешь значочек. Вот. И вообще в обсуждении подобных систем, где ты заплатил деньги, и тебя один раз в месяц проверяют, я всегда говорю, ребята, лучше потратить деньги на маркет. Мы вас будем бесплатно проверять, и вы будете за это трафик получать. И мы вам рейтинг дадим тоже бесплатно, и отзывы получите для обратной связи и так далее. Вот. Поэтому мы с удовольствием с ассоциацией обсудим разные вопросы, пока мы с ними не встречались. А в продолжение хочу сказать, что вот трендом последних там, нескольких лет, да, но этого года особенно, там, является это такая мобилизация, да, там, всей страны, всех сервисов, ресурсов, сайтов, мобильные приложения, бизнеса. У Яндекс.Маркета существует свое мобильное приложение. Вот несколько слов о том, насколько оно активно используется, насколько вообще оно интересно для конечного там, скачавшегося пользователя. Да, значит, у нас сейчас есть приложение под разные платформы, под Android, iPhone, Bada, под VP7, очень интересное, красивое приложение, прям я вот с удовольствием там ходил неделю с Люмией и наслаждался своим приложением Маркета, оно очень красивое. Вот. Но, к сожалению, самый популярный, это, конечно, Android. Все остальные, они очень, очень малы. Вот Android у нас аж 32 тысячи пользователей в день. Это, в принципе, довольно много. Вот у нас мобильный маркет есть, мобильный сайт. Вот. Им пользуется там, 90 тысяч пользователей в день, а Android 32. Вот. И мобильные приложения реально люди используют. В первую очередь, они используют его для сравнения цен. Это не только у нас, и, в принципе, и за рубежом. Люди говорят, что используют мобильное приложение в магазине ритейлера, чтобы сравнить цены. Поэтому мобилизация – это очень важно. Это очень важное направление, там, я думаю, для любого бизнеса. И у нас в Яндексе мобилизации мобильное направление – одно из важных. И вот, как вы знаете, мы запустили Яндекс.Стор недавно. Яндекс.Стор, да. Да, который позволит иметь свой магазин приложений. Вот, поэтому я всегда магазинам говорю следующее. Дорогие магазины, в первую очередь, пожалуйста, сделайте хороший, удобный мобильный сайт. Вот. Почему? Потому что к вам уже сейчас приходят пользователи мобильных устройств. Вы просто сделаете редирект со своего сайта там, www.shop.ru на m.shop.ru и уже получите сразу покупателей, сразу пользователей. Вот. Это там, не знаю, 5% покупок у вас будет. Вот в Америке сейчас 15%, но вот в России, я думаю, сейчас какие-то проценты. Вот. Это первое. Дальше вы уже узнаете, что за люди, как они работают, и попробуйте сделать для какой-нибудь одной платформы. Не надо для всех сразу. Например, для Android, потому что андроидов их больше на руках, намного. Вот. Сделайте для Android, посмотрите, окупаются ли инвестиции. Если окупается, развивайте это приложение. Придумайте, зачем им пользоваться каждый день. Или там, может, какие-то там акции у вас интересны, или еще что-то. Вот. И дальше только в путь. Потому что в 2015 году таких людей будет намного больше. Хотя уже сейчас люди, если посмотреть, в кафешке все вот так вот уткнули свой айфон, вот, сидят и... Ну, это в крупных городах. Ну, и даже не в крупных городах. Уже у людей уже есть эти смартфоны, уже есть этот интернет мобильный. Если мы будем говорим о регионах. Да, в регионах уже есть мобильный интернет, люди активно его используют. У некоторых, может быть, даже широкополосного интернета нет, а есть мобильный. Поэтому это будущее. За этим как минимум надо следить, но магазинам я рекомендую как минимум сделать мобильную версию сайта. Вот многие наши там владельцы сайтов, да, там, веб-мастера и прочие, там, SEO-оптимизаторы прекрасно знают, что там при ранжировании сайтов Яндекс особенно сильно учитывает, да, поведенческие факторы, ну, какие-то там, такие, да, да, на сайте. Вот учитывается ли отдельное поведение пользователя на сайте, если там он перешел, предположим, с маркета? Ну, я вам честно скажу, как руководитель маркета, мы поиску никакие данные с маркета не даем.
такие, чтобы он их где-то там использовал, потому что нас тогда сразу обвинят, что маркет влияет на ранжирование, только коммерческие, значит, клиенты могут получать преференцию и так далее. Поэтому мы для того, чтобы нас не обвинили в такой предвзятости и лояльности только к денежным нашим партнерам, вот, мы так не делаем. Поэтому маркет не влияет ни на какие факторы. Вот. Но с другой стороны, я вам честно скажу, что маркет – это такая школа, школа для магазинов. И если магазин удачно размещается на маркете, то он, скорее всего, со временем уже научился пользоваться и Яндекс.Метрикой для того, чтобы понимать конверсию с разных каналов и понимать, сколько стоит ему SEO в стоимости клиента, сколько стоит там директ, маркет и так далее. Он, скорее всего, понимает, что не нужно с поисковыми системами как-то там шутить и пытаться их обмануть, потому что они тебя потом забанят, и будет только хуже. Вот. И поэтому это такое некое взросление. Вот. И маленькие магазинчики, они со временем приходят в маркет и понимают, ну, становятся уже более крупными, уже и пользователи, у них лояльны появляются, кто напрямую ходит, то есть клиентов больше становится. Вот. И они свою юзабилити меняют и делают такой сайт, который нужно тем пользователям, которые ищут в поиске. А, как известно, поведенческий фактор, по сути, это что человек делал на сайте. Если он на сайте себя ведет хорошо, адекватно, то есть он приходит, смотрит товар, тратит время на этот магазин, потом заказывает и так далее, то в конце концов и поиск понимает, что этот сайт хороший. Вот. Поэтому здесь дело не в том, чтобы напрямую там внеси в маркет, не знаю, $1000, и ты получишь плюс 2 места в поиске. Такого нету. Занимайтесь сайтом, не придумайте себе всякой ерунды, делайте удобный сайт, тестируйте свой сайт на своих там, не знаю, родителях, знакомых. Если ваш магазин будет адекватно восприниматься, он реально будет хорошей площадкой для продаж, вы в поиске будете выше. Вот. Ну, то есть это простой тест. Можно задать какой-нибудь общий запрос, и в первую очередь будет показаны те магазины, которые действительно адекватные и где много людей. То есть по запросу книги, я думаю, там, наверное, сейчас есть точно Озон. Вот. Потому что все понимают, что книги надо покупать в Озоне. Потому что такой бренд, и всем известно. Ну и в завершение о целях и планах Яндекс.Маркета. Чего ждать? О, как! Значит, мы, как правило, не говорим о наших планах, вот, потому что иначе будет глупая ситуация, что мы расскажем, а планы не исполнились. Очень хочется, чтобы человек тратил как можно меньше времени на выбор и покупку, и все делал как можно быстро. То есть вообще у нас там, в компании все восторгаются App Store. Где-то пришел, выбрал приложение, на кнопочку нажал, вот у тебя уже там карточка заведена, ввел свой пароль, и все, приложение появилось. Это вообще идеал. Покупка за один клик – это, вот, я думаю, будущее не только Яндекса, но вообще всех. Угу. Ну что ж, поживем, увидим. Большое спасибо, что пришли к нам в студию, рассказали массу интересного, полезного о том, как работает этот сервис, предостерегли, возможно, многих нерадивых владельцев интернет-магазина о том, как не следует и как не стоит вести себя на вашей торговой площадке. Будем с вниманием следить за вашим развитием, продвижением, ну и, скажем так, радоваться вместе с вами тем успехам, которые вы получаете. Большое спасибо, Алексей. Спасибо. Ну а с вами, дорогие друзья, я прощаюсь, до новых встреч, не переключайте канал, оставайтесь с нами. Пока.